ну как мы сейчас сделали, да, но не сюда получается уходить лицом к партнеру, поэтому, например, я, ну, там, у вас может быть странно, а, неудобно, или еще что-то, да, Алексей Владимирович, пожалуйста, маэстро. Вот, то есть он берет ноги мои, допустим, да, вот убирает в эту сторону, да, вот сюда. Ну убери их в эту сторону, Лёха. А, да. Только опять же, да, вот сейчас вам будет тяжело делать это, если он контролирует штаны, поэтому, ну, вам надо, если вас берут за штаны, вам надо срывать захват сразу, да? Если меня берут за штаны, возьми за штаны, я стараюсь сразу, видите, я в таком положении сейчас, как бы лежу на спине пополам под 90 градусов, да? Я стараюсь сразу так, ну, сесть, как бы, более вертикально, да, то есть спину свою поставить. Ну и там отсюда уже начиная. То есть когда вас берут на штаны, это очень плохо, да? Особенно с краю, вот там, если еще где-то в районе коленей, вы как-то можете работать голенью. Поэтому, если вас берут, то есть либо вы должны, Лёх, возьми меня за штаны, убери туда ноги, да? То есть либо вы должны вот здесь что-то придумывать, да, там как-то счищать его, либо не давать себе, ну, не давать брать. Делать так, чтобы он брал за голень у вас, да? Ну, в любом случае, да, вот он убрал сюда ноги, да? И, естественно, давай убирай. Вы уходите, вот, в перекат, да? Он на вас будет давить здесь, да? Поэтому вы как бы не перекатываетесь полностью. Вернемся, Лёх. А вы как вы ложитесь, ну, встаете на лопатки и распрямляетесь. То есть, еще раз. Давай, дави. Вот, сюда, да? Видите, есть отдельные взятые персонажи, которые умудряются треугольник залезть отсюда. Но вы можете ему помочь. То есть вы можете руку его, получается, если он вас вправо убирает, его левую руку, то есть та, которая держит вас правую ногу, придержать, да? То есть иди, уходи. Минимум, да? Минимум задача у вас уйти в перекат и как бы выпрямиться, чтобы ему не дать себя, вас загрузить, то есть, вот, максимум можете попробовать, иди сюда, Лёх, убирай еще раз, здесь поймать его руку, ну и доделать тогда вот треугольник, да, вот, то есть задача, вот, не давать себя, он будет давить, но вы не должны давать себя, там, спрессовывать. Вы уходите, если вы просто упадете, да, понятно, что вы ему спину отдадите, поэтому вы сразу же, вы как бы, он вас сбрасывает в сторону ноги, и вы левой ногой уходите чуть вперед, делаете шаг, сбрасывает. Отсюда дави. То есть вы выпрямляетесь, то есть не обязательно Лёх в треугольник залазить, нет. Да, если попали в оверандер, тут уже в дабл-андер, точнее, уходите оттуда. То есть не давайте ему загрузить вас и соединиться, да, то есть ногами прям грузите его. Или еще есть такая тема, ну-ка, Лёх, заходи. То есть вы должны на сторону сместиться, ногу подсунуть. Блин, застряла. Владимирович. Крутим чуть. Вот. Все, работайте.